Так, зверь, дайте уже спокойно поесть. Хозяин, а что это такое? Это сосиска, ты ее не будешь. А пахнет вроде вкусно. Это чай пахнет. Чаю хочешь? Нет, нет, хочу сосиску. Ты ее не будешь, потому что он тебе ее не даст. А ты откуда знаешь? Я даже знаю, как ее съесть. Как? В смысле? Ты что, ее ела, наглая морда? Да вот так. Подлиза! Ой, хозяин, я так тебя люблю. У тебя такие сильные руки. Я готова их сломать.